Так, ну что ж, мы вышли, во-первых, добрались до Нового Света, вот, собственно, вот его бухточка, вышли на тропу Голицына. Голицына тут нету, но вот есть тропа, собственно. Вот, ну и идем по тропе, значит, она тут у нас такая, начинается, по сути, по склону вдоль береговой линии. Проходят здесь вот всякие сосенки, можжевельники, вот. А дальше вот там вот на холме и в материковой части, после того как она до следующей бухты доходит и поднимается наверх, там реликтовая можжевеловая роща, вот. Ну вообще тут, конечно, очень красиво все, там подростки орут сильно, но красиво тем не менее. Вот прекрасный цвет воды, замечательно вот эта вот огромная гора. Рельеф местности, вот, очертания береговой линии, это все замечательно. Так что вот мы сейчас вот по такой тропинке Голицынской идем в тени, наслаждаемся прекрасными видами. Вот. И еще мы купили еду. Кто о чем моя? У меня три вида. Два чебурека и один янтык. Вот, мы не знаем, что это, но это что-то вроде лепешки с начинкой. Это вообще не во фритюре, да, а сделано, в общем, начинка в такую лепешку и на сухой сковороде подогрето, пожарено все это дело. Вот. Ну, что вам еще рассказать? Сейчас вот мы буквально через несколько метров увидим хорошую панораму. Давайте пройдем, посмотрим на нее. Вот, а дальше, наверное, уже покажем следующий участок этого нашего пешего маршрута, который будет... Так, ну там все Новый Свет. Вот, а здесь, соответственно, вот так вот обзорчик небольшой на море. Вот вода хорошая, прозрачная, манящая. Глядишь, и нас заманит. Вот. Так что вот так вот до скорых, буквально через несколько минут, встреч.